И неутешительный прогноз. Уже в конце 21 века часть Одессы уйдет под воду. Об этом говорится в исследованиях общественной организации «Экодия». Ученые считают, что при нынешнем уровне выбросов углекислого газа до конца столетия в Украине будут затоплены более 30 городов, в том числе и наш. Павел Сычевский прошел по следам ученых. У меня за спиной уникальное место, так как через 80 лет оно исчезнет с лица земли. Морской вокзал будет полностью затоплен Черным морем. Также это грозит Пересепе с Лузанукой. Экоактивисты воссоздали пример на интерактивной карте, где изображены зоны, которые в будущем могут быть затоплены Черным и Азовским морями. В Одесском регионе под водой окажутся два микрорайона – Пересыпь и Лузановка, а также Вилково в Килийском районе и курортный поселок Затока. Причинами катаклизма могут быть несколько явлений – повышение уровня Мирового океана, сползание почвы возле берега и образование больших волн. Это приведет к чему в Одессе? Резкая интенсификация ползневых процессов. И об этом должны люди уже сейчас знать. Как у нас сейчас хаотически застраивается чуть ли не до самого уреза побережье. Люди должны понимать всю ту опасность, все те риски, которые они, скажем, принимают на себя, когда они строят это. И чтобы потом они не бежали в горсовет и не кричали: «Постройте нам защитную стену». Также эколог подчеркнул, что это нанесет урон туристическому бизнесу в Одессу, так как все базы отдыха, кемпинги и отели могут оказаться под водой. По словам эксперта, чтобы предотвратить это, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии. Это должна быть городская, областная программа адаптации к изменениям климата. Ведь мы говорим только об одной составляющей. Это составляющая – это вот подъем уровня Мирового океана и связанного с этим подъем воды в Черном море. Да, это требует достаточно больших капиталовложений. Но если будет то, о чем говорится в том числе и в этой работе, последствия будут ужасающими.